пафосе, вы должны понимать разницу. Например, для меня, когда я заезжаю сюда, это как будто так, ну, потому что вот опять же это вся природа, да, горы и так далее, такое ощущение, что ты немножко отстранена от пафоса и попадаешь в какую-то другую часть, другую область. Не знаю, вот я именно так это ощущаю. Кату пафос — это немножко другая история. Здесь все-таки акцент идет на горы, на ландшафт. Это модель наша, она рассказывает про беззаботную и роскошную жизнь здесь. И олицетворяет ее. Олицетворяет ее, да, конечно. Но чтобы понять это, на самом деле, мало просто посмотреть на сайт, на девушку, нужно пройтись, нужно прочувствовать. Вот если не пройтись по улице, не понять, не подышать этим воздухом, это невозможно передать, поэтому мы обязательно с вами пройдемся. Про партнеров наших. Вообще, что из себя представляет Митис и какие компании его, скажем так, соткали такое полотно Митис, такой проект Митис. Основная база проекта. Это Pafilia, это компания-застройщика там. И далее Church of Cyprus, это как раз-таки церковь. Наверное, странно видеть церковь как партнера, но тем не менее здесь это так. Не нужно бояться, потому что церковь передает недвижимость на абсолютное ваше пользование. Это фрихолд, все, что производит Pafilia, это фрихолд. То есть остается вам и наследникам вашим и так далее, передается, переходит в собственность. В этом ничего такого нет. Единственное, как вы понимаете, что церковь в этом участвует, в контракте есть три подписи. Это подпись клиента, это подпись Pafilia застройщика и подпись Бишопа. Далее, история следующая. Компании, которые создавали мастер-план, генеральный план самого проекта, это Atkins, WHG и Woods & Bagger. Здесь, на самом деле, мне кажется, даже говорить нечего, потому что это очень известные компании, архитекторы, вы знаете их по работам в Дубае. Они прекрасно поработали здесь. Мы далее вернемся к генеральному плану, я вам расскажу более подробно про него, и вы поймете, почему. Как они все правильно, грамотно распределили. И McKinsey & Ebert, это на самом деле компания, здесь является архитектором самого гольфа. Про гольф я вернусь, потому что я буду рассказывать историю. И там я объясню более подробно. На самом деле этот слайд говорит о том, что Pafilia, как компания-застройщик, у нее на самом деле много чего предложить клиенту. Есть много всего, огромное портфолио. Совершенно разные на вкус и цвет, товарищей нет. Есть One, первая линия у моря, квартиры, Лимассол и такая размеренная жизнь в пафосе, где у тебя есть свой участок, есть свой дом, своя крепость. Вот совершенно вроде бы два разных продукта, но вот объединяет качество застройщика Pafilia. Богатая история. Боже, здесь на самом деле начинаем с 12 века. Потому что если вы посмотрите в окошко, то вы увидите монастырь 12 века. Он, конечно, сейчас уже не рабочий, то есть монахов нет. Это было когда-то давно. И монахи, которые там жили, они специализировались на такое отступление. Они специализировались на... В общем, они собирали травы и делали лекарства из этих трав. И мы переняли эту историю, и теперь эта история продолжается в спа. Мы делаем свои масла. Мы делаем свои масла и далее используем их для массажа. Потому что церкушка сохранилась. Монахов нет, но церкушка сохранилась. И история, она на самом деле, и даже архитектура, если вы посмотрите, вот мы дальше пойдем с вами в квартиру и так далее, вы увидите, что архитектуру сохранили. То есть вы увидите черепицу, вы увидите камень, и это все такое возвращает 12 век. А новые здания, совершенно новые, мы их сдали буквально пару месяцев назад, они сохраняют эту историю. Вот в философии ее видно. Ты чувствуешь продолжение с 12 века до 21. Они не резко ее перешли. И основные этапы, ну, наверное, здесь про историю. Я вам расскажу подробно. Как я уже сказала, что официально мы открылись в 2014 году. То есть, получается, я в 2014 году как раз в момент открытия. Это как раз таки, да. Здесь было, да? Да, я же говорю, как раз таки открылись в 2014 году. Поэтому вы здесь были, скажем так, с самого начала. А, нет, стоп, секунду, я в 2012 году здесь был. Здесь уже вот это здание стояло. Я в ресторане обедал. Да, вот я сейчас как раз таки про это рассказываю. Хочу рассказать. На самом деле не было такого, что мы начали с чистого листа. Вот мы пришли на эту землю, и все было здесь с чистого листа. И мы просто начали строить дома и так далее. Нет, такого не было. Эта земля достаточно давно уже принадлежит церкви. И церковь — это на самом деле, ну как бы правильно, это бизнес. Это большой бизнес на Кипре. Церковь когда-то эту землю передала другому застройщику.
я не буду называть, застройщика, в течение 8 лет застройщик здесь построил 5 домов. Они до сих пор стоят. В какой-то момент церковь понимает, что продолжаться так больше не может. За 8 лет всего 5 домов продано, это мало. Профита никакого нет, доходности нет. И что делает церковь? Церковь забирает эту землю и передает Парфиле под проект Минис. И тут уже начинается наша работа. То есть мы берем на себя эту ответственность, мы полностью снесли клабхаус, мы построили его заново, построили новый клабхаус. Нам рассказывала про Маккензи и Либерт, про архитекторов гольф-курса. Мы привлекли их в наш проект, они нам здорово помогли, соорудили такую красоту. Далее, на самом деле, огромное количество денег и инвестиций, которые произвела Парфиле в Мемфисе, не видно совершенно, потому что все в земле. Огромное количество денег, потому что, я не знаю, если вы заметили, некогда вы заезжали, здесь совершенно нет электрических столбов этого всего, этого нет, потому что это все в земле находится. Дали огромное количество для того, чтобы огромное количество денег мы отдали для того, чтобы построить дамбу. Я не знаю, вы заметили или нет, прям вот. Увидели, да, да. Увидели, да, даже. Что такое? Да, мы собираем дождевую воду. И дали это все для того, чтобы орошать все необходимое, вода достаточно много. И для того, чтобы сохранять зелень на Кипре, в принципе, мы должны понимать, что жарко очень. И сохранять саму зелень очень тяжело здесь, особенно в летний период. И вода необходима. Поэтому мы решили вот прийти к такому и открыть, создать свой собственный дамбу. И далее, шаг за шагом, вы видите, что мы пришли к 2022 году, и тут уже на самом деле такой кульминационный момент, потому что открывается вся инфраструктура, практически вся инфраструктура. Это платье, это как раз таки та площадь, в которой есть рестораны, таверны, бутики, галереи и так далее. Мы пойдем все посмотрим. Оздоровительный спа, оздоровительный центр был открыт в октябре, 1 октября. То есть он функционирует совершенно недавно. Да, спортивный центр, часть уже открыта, часть уже готова, 64 тысячи квадратных метров спортивного центра. То есть у нас будут и теннисные корты, и есть, он уже есть, мультикорты, падл-корты, футбольные корты. То есть, 64 квадратных метра, даже понимаете, огромная территория. И открытие своей органической фермы, что очень важно. И, в принципе, из инфраструктуры нам остается только конный спорт в 2023 году, и все. Из инфраструктуры, как Парфиле, мы как компания, мы вложились полностью. То есть остается построить только дома, оставшиеся по генеральному плану. И вот, соответственно, сам генеральный план. Здесь я, наверное, представлю, что вам буду показывать, чтобы вы понимали. Мы находимся сейчас вот здесь. Сама территория 5 миллионов квадратных метров. Территория, на самом деле, огромная. Огромная. Все, что вы видите здесь, это все будет застроено. То есть это дома. Дома. Мы находимся здесь, и вся, скажем так, шумная часть, она на самом деле расположена здесь. Но шумная – это громко сказано, потому что гольф – это совершенно не шумный спорт, он требует тишины. Спа – это тоже совершенно не шумная зона, вы сами понимаете, это оздоровительный центр. Рестораны и так далее – опять же, спорный вопрос. И далее вы выезжаете буквально 4 минуты, и вы заезжаете в зону резиденции, то есть в зону самих домов, где тишина, умиротворение, спокойствие. Ты чувствуешь соединение с природой. Вот мы пойдем, вы посмотрите и поймете, насколько гениально все спланировано. Главная дорога, видите, это все главная дорога, она проходит на самой верхней точке Минфиса, то есть вот самая высокая точка. И далее идет спуск, склон. То есть, находясь, например, не знаю, мы с вами соседи, да? Например, вы живете здесь, в этом доме, а я живу буквально там в 2 минутах вот от вас здесь. Я вас не слышу и не вижу, потому что вы уходите вглубь, а я нахожусь наверху. То есть у вас есть свое правило. У вас есть, вы видите один вид, я вижу совершенно другой вид. Мы будем пересекаться с вами только, если вы зайдете в свой гараж, а я в свой. В общем, продумано все очень правильно. Вы заметите огромное количество оливковых деревьев, огромное количество виньярд, может быть, на русском бывают гости. Виноградники. Потому что мы высаживаем, вам однозначно это рассказывали мои коллеги, у нас есть свое собственное оливковое масло, мы делаем его, производим, у нас есть свое вино, очень скоро оно будет продаваться в плоти, можно будет продавать. Открыли органическую ферму, мы будем продавать в нашем рыночке, в плоти будет рыночек, мы будем продавать там все органические продукты. После ковида это очень актуально, на самом деле.
И люди этого ищут. Это ищут. У нас есть ресепшн 24/7. У нас есть секьюрити 24/7. Если, ну вот прям правда, вот все, что вам сдумается. Вам нужна няня, мы вам ее найдем. Вам нужен доктор сегодня, он приедет к вам домой. А у нас работает прекрасный отдел, Наташа, наша любимая, customer care называется. В общем, как только у нас появляется новый член семьи, мы так называем наших клиентов, то есть как только, да, появляется еще один дом и так далее, мы знакомим с нашим customer care, с Наташей. У нее есть своя команда, ну, Наташа это главный человек, который работает с клиентами. И происходит обмен контактами. И Наташа занимается домом и всеми вашими, ну, пожелания могут быть разные, понимаете? Потому что наши клиенты, они очень часто живут на 3-4 страны. И приезжают там, на 4 месяца, на 5 месяцев, потом они уезжают. И мы следим за домом. Мы, не знаю, перед тем, как приехать, мы убираем. Мы едем в супермаркет, закупаемся. Вот, ну, тут, правда, любой запрос совершенно. Если вы хотите пригласить гостей и вам не хочется готовить, то вы можете позвать нашего повара. Мы это все предоставляем. Не хочется убирать после гостей. У нас есть housekeeping, который вам с удовольствием в этом поможет. И вообще есть целый пакет и перечень. То есть если я хочу что-то на постоянной основе, то я хочу, например, чтобы мне в неделю два раза стабильно приходила девушка, убирала. Например, да, или я хочу, чтобы ухаживали за моим садом. Это все есть. Этот пакет есть, он предоставляется клиенту с самого начала. Он выбирает, тикает, то есть я хочу это, и это все мы представляем. Но это, естественно, за доплату. Коллекция недвижимости. Начну с suite-ов. The suites. Это, мы называем, hospitality part. Это отель. Отель, который находится в Мемфисе. Мы с вами пойдем, посмотрим, что он из себя представляет. И, наверное, в самих свитах мы сядем, и я вам расскажу эту историю, как она работает. На самом деле, этот продукт – это только инвестиция. То есть жить в этих апартаментах вы не можете. Когда я говорю «жить», я имею в виду долгий срок. Вы можете приезжать, у вас выдаются 2 недели в году, то есть это может быть неделя летом, неделя зимой, вы приезжаете, отдыхаете, уезжаете. В основном вы получаете дивиденды от этого продукта, вы не живете. Когда мы переходим, мы уже построили свиты, 44 объекта, они уже проданы, изданы, они уже функционируют как тезвоночный отель. Эзуса Суитс – это новая очередь, она на самом деле сейчас находится на этапе строительства и будет строиться в 2024 году, в весной 2024 года. Ее уже видно, не знаю, вы замечали. Да, да, видимо. Стройка такая. Ну, пройдем, мы посмотрим. Далее переходим. То есть там еще можно будет покупать? Well, там 50 юнитов, из 50 осталось 10. Угу. В общем, история такая. И все вот по этой цене? Или это от? От. Это было от на данный момент самое, ну, 850. А доходность какая? 7%. Давно будет опять же 24 года. Далее виллы, переходим на виллы. Здесь уже история другая, здесь можно жить. То есть виллы мы уже построили, две очереди были, Плато и The Rich, это все продано. Мы с вами пойдем смотреть шоу-хаус в The Rich. Мы посмотрим, что из себя представляет, потому что Rich Green сейчас опять же находится на этапе строительства. Его уже тоже видно, когда вы заезжаете, и невозможно не заметить, потому что это самая высокая точка Мемфиса. Они строятся, всего строятся 14 вилл, из 14 осталось на продажу 8. И цена тоже уже выше, цена 1 250 000. Значит, мы пройдем, посмотрим в новой очереди, которая строится, всего 3 спальни, во всех 3 спальни. В шоу-хаусе, который я вам буду показывать, там всего 2 спальни. Но мы к этому вернемся. И резиденции. Здесь на самом деле совершенно другая история. Резиденции — это не когда ты, например, вилла, у тебя всего 2 дизайна, ты приходишь, выбираешь, и ты можешь жить. Здесь история следующая. Ты являешься творцом своей недвижимости. Ты выбираешь место, в котором ты хочешь жить. У нас 400 участков под резиденцией, выдано под резиденцией. Участки совершенно разные. Это могут быть участки с видом на море, участки с видом на горы, участки с видом на гольф. Это могут быть участки с видом на горы, на гольф и на море. Ну, конечно, цены разные, мы должны понимать, в зависимости от вида и от площади самого дома. Как только вы выбрали важный для вас вид, вы садитесь за стол переговоров с нашим архитектором,
замечательным абсолютно. И рассказывайте ему, как вы видите свой дом. Вот что вам нужно, что для вас важно. Запросы, они совершенно разные, не представляете. То есть, ну вот прям вплоть, мне нужно 4 комнаты, 5, я хочу офис. Причем я хочу офис вот так, вот так, вот так, вот так. Совершенно разные. Вот ты приезжаешь на самом деле, и ты видишь дома, они плюс-минус одинаковые. То есть они повторяют философию написано, внешне. Но когда ты заходишь внутрь, они совершенно разные, абсолютно. Потому что каждый строит под себя. Опять же, абсолютно все желания были соблюдены, и наши клиенты довольны. И я вам больше скажу, у нас 138 домов построено, некоторые из них еще строятся, ну, то есть строятся, недавно купили, строятся. Очень редко, когда наши клиенты хотят сдавать, очень редко. То есть на данный момент у нас под сдачу всего один дом. Не хотят, потому что строили под себя. Логично. Да, логично, логично. Опять же, когда мы говорим про участки, участки на самом деле для Кипра очень большие. То есть минимум участка, который сейчас у нас есть в прайс-листе, это 12 соток. Это минимум. Для Кипра это большой участок. Потому что здесь государство выдает под застройку дома, виллы, да, выдает 500 квадратных метров. Вот те 500 и 100. У нас 12. 15 соток, огромные участки. И дома тоже, опять же, они могут быть разные. Есть минимум, нет потолка. То есть вот минимум ты можешь строить 220 квадратных метров, скажем так, в зависимости от участка. Минимум 220, а максимум 0. Я вам больше скажу, у нас есть, опять же, клиенты разные, да? Участок большой и privacy есть, то есть частная жизнь у тебя есть. У каждого дома есть свой вид. Это прям такой закон, мы его соблюдаем. И опять же, люди бывают разные, некоторые выкупают 2 участка. И буквально недавно у нас клиент выкупил 4 участка. Представляете, 4 участка. Сколько там соток? 80 соток. И будет строить свой дом, и вы представляете, сколько пространства. 12 разных дизайнов. 12 разных дизайнов. Но опять же, у нас есть шаблон, да, который мы можем предложить клиенту. Он никогда... Клиент никогда его не соблюдает, давайте так, потому что всегда хочется какую-то свою изюминку, да? Это всегда наши архитекторы с удовольствием это делают. И дальше есть резиденция Топос. Топос, мы пойдем с вами смотреть спа, повторяет архитектуру спа, дизайн спа. Буквально, не знаю, месяцев 6-7 назад мы выпустили дизайн Топос. Я вам покажу, у меня, к сожалению, нет шоу-хауса, потому что не строится на данный момент. Поэтому я вам покажу CGI's. Как они будут выглядеть. Это такое open space пространство, то есть у тебя меньше стен, больше окон. И, соответственно, вид у тебя совершенно другой. И опять же, участки под эти дома, участки под этот дизайн, они просто уникальны. С прекрасным, вот мы будем приезжать, мы вам не показываем, просто обратите внимание, это, да, и сразу поймете. Вот. Практически нет стен, то есть есть колонны опорные, да, и далее и опять же обратите внимание на потолок, потолок из дерева. Про то, что вам рассказывала, что видно только гараж, видно только вашу машину. И дальше он спускается вниз, на его слой. В следующем году у нас уже будет топос. Не знаю, получится ли у нас его показывать, потому что, скорее всего, нам его не отдадут, потому что клиент покупает под себя. Но топос уже будет. Это с мебелью все, да? Нет. Опять же, мы можем предоставить вам мебель, но это экстра доплата. Mm-hmm. То есть мы можем вам полностью под ключ сдать дом, но это доплата, конечно. Ну, и я думаю, что на этом мы закончим. Вот это, кстати, тоже очень важно. Не экономить на мелочах, это самое важное. Потому что вот оно вот в мифах, это оно и создается. Наш интерьер-дизайнер, он закончил в университете Милане, он говорит, мне рассказывает следующее, знаете, что такое красивое, такое волшебное.
Это говорит, Бог в мелочах. Да, совершенно верно. И да, выходит. Да, да, да. Так что, конечно. Открытая такая кухня, будет прийти в пиццу и так далее. Джелато по проекту. Мороженка. Да. Да. Куда без мороженка? Здесь лето 6 месяцев. Конечно. Да. Вино, мороженое, так это вообще здорово. Да, пицца да. Тем более. Вот пиццу, если бы они еще тоже так же сделали хорошо, научились готовить, как в Италии. Ну, в Италии хотели в Германии. Германия. В Германии. Вот самая крутая пицца, которую я видела, это только в Германии. Потому что все же итальянцы они хотят заработать хорошо. В Италии их не ценят, мало платят. Они в Германии. В Германии им платят по полной программе. Мы платили раньше. Вот. Но они там старались. Они старались. И в Германии микропицца была самая лучшая. Очень хорошо. Это наш, я его называю рыночек. Но это концепт стор. Для меня это, да, вот такое вот слово, оно подходящее для микроса. Это вот как раз-таки то место, где можно будет приобрести органические продукты. Да. Ну, сейчас все необходимое для дома. Вообще, я бы здесь застряла на часа на несколько. А подождите, это мы сейчас в спальне спустились. Правда? Вот там застрянись на целый день. Я обещаю. Ну, здесь, опять же, здесь пока ничего нет. То есть здесь просто такое пространство видно. Оно в марте все здесь будет. И то хорошо. И самое главное для меня. И для вас тоже. Вот прямо перед вами мой офис. Я... Как ваш офис? Причем... Как ваш офис называется? Да, причем sales office так и называется. Да, да, здесь офис продаж будет. Будем привозить к нам клиентов, мы будем с ними разговаривать вон в той комнатке. Ух ты! Да, будем с вами разговаривать, договариваться с потрясающим видом на горы. Да. Как вам повезло, как вам вообще замечательно. Так я сразу сказала, ребят, мне, значит, близко к джелату. Близко к Каве. Да, конечно. Еще к тому же к магазину. Да, к магазинчику, да. Нет, все здорово. Еще к таким видам. Да, спасибо большое. Как я рада. Вообще здорово. На работу как на плане, кто-то напрадывается. Я вам скажу так. Я вам скажу следующее. Я, на самом деле, человек очень пунктуальный. Для меня время важно. Но, находясь здесь, в Митрисе, я вот правда, по-моему, я не смотрю на время. Счастливые часов не наблюдаю. Ну, так вот. Вот, вот именно так я себя чувствую. И здесь не открыто. Ну, да. Не пускает вас здесь. Я вам представила ваше счастье здесь. Да, комнатка передо мной. Поэтому, да, вообще все здорово, все красиво, все стильно. Как только будет подписан договор купли-продажи, сразу камера. Отметить, да. Конечно. И по мороженкам, да? И по мороженкам, и выпить, и закусить. Вот, и все, и сразу, да. Вот это расскажите мне, пожалуйста. Я вот, например, до сих пор не знаю, что это за растение. Мне почему-то так хочется... Нет, ничего не пахнет. Не, не пахнет. Не давайте пахнет. Так, вот я вам сейчас ответа не дам, но я хорошо. Обещаю дать ответ. Сегодня. Я его видела во многих местах, и мне почему-то кажется, что его хочется куда-то в еду добавлять. Но оно никак... Но, может быть, я ошибаюсь. Но вот я его видела много, много раз. И там в пафосе у нас он где-то... Я не знаю. Она вам все расскажет, все покажет. Финка? Да. Такая она тут, значит, она здесь самая. Она здесь самая. Это только красота. Ой, а это как амфитеатр. Открывает. Да, это и есть амфитеатр, вы правильно заметили. Правда. У нас здесь был недавно, месяца два назад, IT-форум, не знаю, если вы слышали, нет? Да. И IT-форум проходил здесь в Митрисе. И у них вот главная сцена была там внизу, а люди сидели, мы сидели вот здесь вот на этом, на лестнице. На лестнице. Я тоже все живу и чувствую через запах. Hello. 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 Может, все, у меня глаза раздвигаются. Коллега рассказывает. Да, да. Похоже, я вижу сучки. Thank you.
закрой за нами дверь. Ой, да, ну вообще красиво. Ой, как хорошо. И обратите, пожалуйста, внимание, какая шумная изоляция. То есть, как только дверь закрывается, опять же, и запах, и вкус, и вот вы любите детали, обращайте на них внимание, обратите внимание, что это все дерево, натуральное дерево. Здесь и пахнет. И опять же, в летнее время, ну не только в летнее, когда погода располагает, давайте так, это все тоже открывается. Все открывается, все открытое пространство, ты дышишь, наслаждаешься. Подогревается 27 градусов. Ну такой, видишь, более для активного плавания. Да, для активного. Поэтому здесь температура больше не нужна. Да. Больше температура 29 градусов, она в другом плаву. Да. И опять же, мы помним, да, что открывается окна, у тебя открытие. Всегда следующий комментарий. Здесь очень хорошо спится. Нет такого давления. Есть воздух. Но он все равно он чище. Да, ты все равно ближе к природе. Все равно ты. Это очень важно. Да, конечно. Хорошо спать и хорошо кушать. Да. Для того, чтобы хорошо жить. Да, даже не знаю, что лучше, покушать или поспать. Или хорошо жить. Да, главное хорошо жить, нет, это я знаю. Да? Да, но хорошо жить, это уже включено. А, все включено. Да. То есть, да. Если ты поспал хорошо, нужно уточнить, где поспал. А, да. Я рассказала про местного жителя. Ой, да, это кот. Это Минтис? Вот его так и зовут, Минтис. Минтис, ну конечно. Это его имя, Минтис, я сейчас в шоке. Куда? Да, Минтис. Да, вы хороший. Минтис. Нам сюда. Мы дальше пройдем обязательно посмотрим. Куда это мы зашли? Эпи-сюит. А, вот это.
Это инвестиционный продукт, который я вам сейчас не расскажу. Здесь, опять же, нужно понимать, что здесь все кроме. Я вам просто показываю, что будет в новой очереди. Они, да. Да, в новой очереди 50 туников, из них осталось всего 10. Вот то, что вы сейчас увидите, такого есть еще 10. Нет, это там, я люблю кустик. Я люблю. Остался компактно. Мне нравится компактно. Нет лишних. Лишних минимализм. Да, мне нравится, что компактно. Как раз они сдаются на срочное время. Очень хорошо. Рассказывайте. Да. Значит, после того, как вы покупаете свитер, стоимость, например, 850 тысяч плюс налог возвращается, вы подписываете лицензированный договор на пользование недвижимостью с нами сроком на 5 лет и автоматическим его продлеванием на еще 5. В течение 10-летнего срока недвижимость будет меблирована и будет выполнять функцию пятизвездочного отеля. То есть и сдаваться соответственно. Соответственно. Как Минтес. Это вот, Город Минтес. То есть это гарантированная арендная аренда. Ну, обязательно, аренда, конечно, да? Да. Как только будет сдача, значит, вы выписываете. И срок на 10 лет вам объяснено. Почему важно 10 лет? Потому что если вы заключаете такой контракт, вы имеете возможность получить свои 19% налога обратно. Это очень важно. Потому что вы таким образом сохраняете деньги. Если вы купите такую же, например, недвижимость, апартаменты, какие-то в кат-офис, например, там, где вы живете, и вы захотите сдавать, вы обязаны заплатить 19% налога, потому что собираетесь сдавать эту недвижимость. И вам этот налог не вернется. Потому что вы не инвестируете в курорт. А здесь вы инвестируете в лицензированный курорт. Поэтому вам эти 19% в течение 2 лет возвращаются в полном размере. А льготный НДС 5% вы не получите под недвижимость, если вы собираетесь ее сдавать. Еще важный момент. Значит, за собой это никаких дополнительных затрат не понесет. Мы называем hassle-free investment. То есть клиент оплачивает одну определенную сумму, и на этом его hassle заканчивается. Давайте так. Дальше мы берем сумму себя, то есть управляет самим отелем управляющая компания Митис Резорт. Мы с вами забыли, кстати, спросить, где они. Ну, я обещаю, что всегда. Да. Далее Митис Резорт распределяет 90% всей чистой прибыли между владельцами апартаментов, между владельцами пропорционально квадратным метрам каждой единицы. Поэтому в зависимости от того, сколько ты купишь. Так вот, при условии, что отель будет заполняться на 73% и стоимость номера за ночь будет 338 евро, ожидаемая среднегодовая доходность составляет 7%. 338 даже как-то не очень. Это очень дешево. В смысле, я раньше работала на... Ну, в общем, я работала в отельном бизнесе, я знаю цену. Но минимум это 500. Минимум, конечно. За ночь брекфаст, например, включен, или здесь брекфаст включен. А здесь целый апартамент, это не просто комната одна, это апартаменты, где у тебя есть кухня, кстати, все оборудовано. В кафе, если вы откроете, то вы увидите, там есть чашечки, все на 4 человека рассчитано. Поэтому, на самом деле, очень интересно, в чем вообще заключается, сок всего, потому что вы инвестируете в курорт, вы получаете прибыль не только от самой аренды,
вы получаете прибыль от коммерческих единиц в спа и в плоти. То есть человек, который придет оставаться в этом отеле, он обязательно пойдет покушать здесь, да? Он обязательно пойдет в спа, например. И вы от этого получаете свою прибыль. Он еще приедет 10 раз, а еще других. Обязательно приедет. У нас, вы не представляете, сколько у нас репитов. Причем мы были в шоке, мы открылись 1 июля 2021 года. Это был вот COVID, как раз такой, такой период, когда было закрыто очень много рейсов, мы приезжали, люди боялись, почему-то смотрят. Вы не представляете, полюбили киприоты очень сильно. Ну, сарафанное радио работало вот так. И эти киприоты каждую субботу, как воскресенье, то есть, ну, в основном это те дни, когда приезжают киприоты, вот это что? Короночка или что? Да, так все достаточно скромно, я бы сказала. Но прям, ну что, ну, чувствуется вкус, чувствуется не просто вкус скромно. И богатство. Да. 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 Это вот как раз-таки то скромно, которое богатый минимализм. Ну, да, как много христиане, ты смотришь, в принципе, ну что тут такого? А заходишь, и там все как по высшему разряду. И опять же, да, временно, через пару лет, все вырастет, и сама зелень вырастет. Вот это наш бассейн. Да. Ну, бассейн такой коммунальный получается, да? Он на несколько домов. Он для свитов. Да, для... да, да, все поняла. Ну красиво, да. Я часто слышу такое комментарий. Давайте вам покажу сначала один дизайн, и далее мы перейдем к следующему. Заходишь, у тебя есть свой садик, свой бассейн. Опять же, размеры бассейна и сада варьируются в зависимости от размера участка. И, соответственно, цена тоже разная на разные участки и на разные виды. Новые виды, например. А мы зайдем. Новые очереди составляют длинную площадью 165 квадратных метров открытой территории. Это
Территория принадлежит, да. Видно территорию, которую дома высажены. Вот это новая дорога, да? Это главная дорога. Вот по которой мы сейчас приехали. Много очереди, я знаю, что много очереди, две с половиной. Ну, я бы жила на той, на том уровне. Да, на том уровне. Отдельно сделано. Очень удобно, что она рядом с кухней. Удобно достаточно. Готовить. И вот такая сколько стоит, вы говорите? Слушай, смотрите, именно было 50, понимаете, осталось всего 8. Было, когда это конечно. Сейчас именно за такой дизайн с площадью примерно 180 квадратных метров дом и примерно 600-500 квадратов, 550-600 квадратов сам участок. Цена 1 450 000. Это плюс налог?